Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Пишу обучающее видео «Как вам купить пакет в доброкоинах». Люди, которые не смыслят в бирже ничего, мне переводят на карту, а я им пополняю счет и перевожу уже в доброкоинах. Вот также и мне сегодня девушка перечислила на карту. Я ей купила 5000 доброкоинов. И что ей нужно сделать? Сейчас я со своей биржи переведу к себе в кабинет, а потом переведу по внутреннему логину к ней в кабинет. Для этого мы нажимаем минус, кабинет GMMG, выбираем доброкоины. Они не активны, то есть на них можно приобрести пакеты. И нажимаем перевести. Перевод успешно выполнен. Теперь мы заходим в свой кабинет GMMG. Обновляем страничку. И на нашем балансе уже должно быть на матриксе, я их отправила на матрикс, 5000 доброкоинов. Вот, нажимаем стрелочку. И мы видим, вот на сером фоне это неактивные, то есть их можно перевести и на них можно покупать пакеты. Сейчас, чтобы ей перекинуть, я нажимаю «Финансы» и «Перевод средств». Пишу ее логин здесь. Пишу логин, выбираю здесь «Доброкоины». Выбираю здесь кабинет, пишу от Ирины Агаповой, ввожу свой пин-код, пишу сумму здесь и нажимаем перевести. Все, перевод выполнен. Теперь что надо сделать человеку? Вот это вот матрикс. Ей надо купить пакет в доброкоинах на 5000 доброкоинов. Вот видите, я ей отправила. Человек должен зайти к себе в кабинет и должно быть на инвесте 5000 доброкоинов. Нажимает она вот на эти стрелочки и делает так. Баланс матрикс, перевести на баланс инвест. Здесь выбираем доброкоины, здесь пишем сумму и нажимаем перевести. Все. Далее. Заходит она на инвест. Нажимает инвест. И нажимает мои инвестиции. Выбирает доброкоины баланс. Выбирает купить пакет. Вот Light 5000 доброкоинов. Купить пакет нажимает. Здесь читает условия оферты и нажимает принять купить. Все, и каждую пятницу будут начисления. Как делается вывод, я запишу видео в январе.